Приветствую всех, друзья! С вами Лена Голд из Майами. Давненько я уже не выходила в эфир поделиться новостями, но вот сегодня решила это сделать. Наконец-то появилось время. Знаете, предпраздничная суета столько всего забирает. Но сейчас я просто не могла с вами не поделиться. Я получила целых 3 посылки. Вот посмотрите, они у меня стопочкой выставлены одна на другую. И я люблю рассказывать о тех продуктах, которые я заказываю для себя, чтобы это было не голословно, а чтобы вы видели, что же именно я для себя использую, что же именно я потребляю. Вот, моя первая посылочка. Сейчас я ее открываю. И сейчас я вам покажу продукт из этой посылочки. Так, вот я вытаскиваю одну упаковочку. И вот я вытаскиваю вторую упаковочку. Все, посылочка пустая. И, конечно, сейчас я вам покажу, что это за продукт. Что же я себе такого чудесного, волшебного к праздникам себе набрала? Какие подарочки? Вот смотрите, здесь такая книжечка в продукте. И книжечка говорит «Билурон». «Билурон» – это мой любимый продукт. Это мой волшебный продукт. Это то, что я наконец-то снова буду употреблять. Потому что я в том году принимала, я выпила где-то 3 упаковки Билурона, но потом я ждала, когда он будет на сейле. И самое приятное, что как раз вот сейчас в декабре компания сделала такую для нас классную штуку, что она пустила Билурон на сейл, на распродажу. И вы знаете, это ощутимо. То есть продукт на $50 стал дешевле. Вы знаете, это как бы всегда приятно, потому что продукт хороший, я его люблю, хочу им пользоваться. И вот я себе заказала Билурон. Продукт молодости, продукт здоровья. То есть, ну я не знаю, это, наверное, сейчас самый лучший на рынке продукт, который можно получить. И самое главное, что он нужен нам для всего тела, для всех органов. Потому что это жидкая гиалуроновая кислота и хидроитин. Такой жидкий комплекс, гиалуроно-хидроитиновый комплекс. Ой, так, еще вот, еще одна книжечка у меня Билурон. Вот, еще одна коробочка. Сейчас покажу. Вот, видите, вот в посылочке у меня 2 упаковочки Билурона. То есть это на 2 месяца я взяла себе. И что хочу сказать? Ну, наверное, это лучшее, что сейчас есть. Это то, что решает комплексно все наши вопросы. Это вопросы по опорно-двигательному аппарату. К сожалению, с возрастом он у нас очень сильно изнашивается. И начинаются то боли в коленях, потому что не хватает синуальной жидкости, она высохла. То межпозвоночные диски, сжатие нервов, то еще что-то. То локти болят, то плечи болят. Мы на самом деле очень сильно изнашиваем тело. Мы каждый день двигаемся, наши движения постоянно происходят. Руки, ноги сгибаем, разгибаем. Как бы мы ни двигались, это просто-напросто вот 200, примерно у нас 230 наших суставов делают тысячи и тысячи движений каждый день. Мы на это не обращаем внимания. Но даже взять, вот зубы почистить, сжали руки, помыться, да, сделать завтрак себе, постоянно идет движение, мы постоянно в движении. А учитывая то, что мы еще любим каблучки, когда вы стали на каблучки, это уже такая позиция непривычная для тела и достаточно травматичная. И суставы начинают изнашиваться, потому что неестественно женщина стоит. Да, красиво быть на шпильке, да, красиво быть на каблучке, но, к сожалению, это действительно для нас вредно и травматично. Это неестественное положение тела. Центр тяжести смещается, по-другому выворачиваются тазобедренные суставы, чтобы удержать равновесие, и начинают связки изнашиваться. А женщины, вы знаете, на каблуках проводят большую часть времени. Ну, некоторые мужчины тоже любят обувь повыше и тоже на каблучках, всякое бывает. Но это уже травматично. Но самое страшное даже не это. Допустим, наши движения мы можем как-то побережнее. Ну, кстати, вот спортсмены, как ни крутите, как бы они ни делали бережно, но у них тренировки идут на износ. Реально на износ, если они хотят добиться результата. И вот там очень мощно изнашиваются суставы, очень мощно страдает тело. Вот, но я хочу сказать, что все бы ничего,
Потому что гиалуроновая кислота вырабатывается нашим телом, но интенсивно она вырабатывается, эффективно, это где-то до 25 лет. После 25 лет выработка гиалуроновой кислоты падает. Но я могу сказать, даже до 25 лет тоже зависит от вашего питания. Достаточно ли вы берете каких-то строительных материалов из еды, чтобы это выработалось. Но, тем не менее, давайте будем считать, что ладно, достаточно, но после 25 начинает падать выработка гиалуроновой кислоты. А гиалуроновая кислота – это наше все. Это не только суставы, это не только синуальная жидкость. Это и стекловидное тело глаза, это и клапаны сердца. Это все соединительные ткани, которые внутри держат наши органы. То есть гиалуроновая кислота присутствует везде. Она связывает воду, чтобы мы были такое, как желе тела. Удерживает воду в организме. Вот столовая ложка гиалуроновой кислоты до 6 литров воды связывает. Вообще, когда ученые открыли ее, косметологи, они назвали, были в таком восторге, что это вообще чудо. Сейчас может быть идти такое омоложение шикарное, только пользуясь гиалуроновой кислотой. Но проблема в том, что она еще, как сказать, ее надо правильно завести через желудок. Ну, давайте сначала про возраст, как я скажу. До 25 вырабатывается нормально. В возрасте уже в 30 начинает падать выработка гиалуроновой кислоты где-то процентов на 20. В возрасте 40 лет, если вам 40 лет, то ваш организм вырабатывает только 50% гиалуроновой кислоты от того, что вам надо. И вы знаете, это сказывается драматично. Допустим, возьмем 25 лет человека и возьмем 40 лет человека. И мы четко скажем, да, вот это юная девушка или молодой человек, а вот это уже люди среднего возраста, которых уже видно. Почему? Не хватает гиалуроновой кислоты, и в первую очередь начинает страдать наша кожа, но и в то же время начинают скрипеть суставы. Но 40 лет это еще не драматично. Но вы представляете, что в возрасте 60 лет наш организм начинает производить только 10%, 10% гиалуроновой кислоты от того, что нам надо. И, конечно, это сразу можно видеть. Это сразу можно видеть, что уже после 50 все скрипят, какие-то болезни, какие-то радикулиты, какие-то там грыжи межпозвоночные, еще что-то, какие-то защемления нервов. Почему? Не хватает гиалуроновой кислоты, потому что гиалуроновая кислота как раз удерживает воду, она связывает ее. И когда у нас, допустим, там в 20 лет позвоночные диски такие толстые, сочные, да, а в 60 лет их уже вообще там не остается, в 50 лет они высыхают. Нету кислоты, которая держит воду. Вот как раз вода не дает сжиматься позвоночным дискам. Как раз вода в суставах работает, синуальная жидкость работает шикарно, удерживает. Но когда не хватает, что ты с этим можешь делать? Так вот, этот продукт, гиалуроновая кислота, это жидкая гиалуроновая кислота и хондроитин. Это такое чудо, которое помогает восстанавливаться и омолаживаться телу. И оно работает не только внутри, оно работает не только на суставы. Оно еще хорошо работает на кожу. Оно хорошо восстанавливает зрение. В суставах обновляется синуальная жидкость. Если у вас осталось даже только 30% суставного хряща, если у вас хрящ там постерся, только 30% осталось, этот продукт восстанавливает. Восстанавливает хрящи. То есть настолько идет мощное обновление. Подтягивает внутренние органы, если они опущены. Ткани становятся более эластичными, более такими упругими. Потому что, знаете, с возрастом вот мы становимся, старость это что такое? Это обвислость, дряблость, это морщинистость. Потому что ткани становятся рыхлые, не хватает строительного материала, нету гиалурона, не хватает коллагена. То есть организм начинает сворачивать свои функции по производству. То есть у нас так заложена такая программа, что как бы вот родились, и там какой-то определенный срок жизни, и стареем. И организм все это идет по программе, сворачивает. Но сворачивает он именно через выработку процесса. И вот это чудо, которое может восстановить. И представляете, самое главное, почему я так полюбила этот продукт. У него цена, вот сейчас он на распродаже, получается $190 стоит литр продукта. Здесь две бутылки гиалуроновой кислоты по 500 миллиграмм, такое коричневого стекла, сейчас я вам покажу, медицинское стекло, вот такое коричневое,
по 500 миллиграмм. Надо пить вот такими дозами по 30 миллиграмм раз в день. Вот этот белурончик пьется. И эта доза помогает восстанавливать тело, помогает омолаживать тело. Если вы пойдете делать какие-то укольчики красоты себе, ну вот самое минимальное, что уже там найти по самой низкой цене, себе лицо обколоть гиалуроновой кислотой для омоложения, что предлагают как бы вот там различные косметологи, но это минимум стоит вот, ну, $350. $350 вы платите за один шприц. И шприц этот или 1 миллиграмм, или 1,5 миллиграмма, если вам повезет. И это стоит $350, вам обколет вот так все лицо, вы будете как жабка. И вы знаете, результата этого не дает особого. Да, может показаться сначала что-то есть, но сначала ты отекаешь, опухаешь и кажется свежей. Но на самом деле организм будет вытаскивать эту гиалуроновую кислоту в те места, которые нужнее. То есть на лице не останется. Здесь за $190 вы получаете литр продукта, который вы пьете. И организм сам распределяет его куда надо. Надо в суставы, распределяет в суставы. Надо для сердечного клапана, даст сердечному клапану. Надо восстановить зрение. И, кстати, уже у меня такие случаи были, когда женщина 82 года восстановила зрение. Она сама это не ожидала. Она пила для суставов. У нее очень сильно болело колено. Ей уже делали уколы в колено. То есть она пила белурон, и это ей помогло. Но, тем не менее, как побочный эффект, зрение восстановилось. Это вот я первую посылочку. Сейчас я свою вторую посылочку открываю. И сейчас опять я вам похвастаюсь второй посылочкой. Что же у меня в ней? А в ней у меня снова белурон. Снова белурон. Смотрите, одна упаковка. И вторая упаковка белурона. Снова мой любимый белурон. Итого у меня уже 4 упаковки белуронов. Потому что я решила, мне уже все-таки 53, и я решила сделать такое мощное омоложение. Я решила себе сделать белуроном, пропить мощно курсом. Потому что я разговаривала с людьми, которые именно сделали такие мощные курсы, и какие результаты они получили. Я могу сказать, что для женщин, у которых есть какое-то опущение матки, опущение внутренних органов, да и для мужчин тоже, это работает прекрасно, подтягивает, поднимает все органы внутри. Я вообще решила, что в 2022 году надо сделать себе такой хороший новогодний подарок. Ой, все падает. Достойный моего внимания, достойный здоровья. И сделать мощную профилактику по обновлению всех моих суставов, позвоночника. И что мне в этом поможет? Конечно, белурон. Вот белурон, который абсолютно натуральный, производство Германия. Выпустил его доктор Душек Нельсон. Нельсон Душек. Он работал 20 лет, чтобы разработать этот продукт. Продукт был разработан по заказу арабских шейков для их скакунов. И поэтому, когда говорят, что, ой, скорее всего, это то, что ты поверила, поэтому тебе кажется, что это так. На самом деле, первые испытания были произведены на скаковых лошадях, у которых, если что-то заболел, какой-то сустав, они никуда не пойдут, и с места они не сдвинутся. И никаким увещением им, что вот за тебя заплатили там 100 миллионов, никакая лошадь никуда не сдвинется, ей все равно. Если болит сустав, она будет стоять, на работу она не пойдет. И вот первое испытание доктор Нельсон Душинг сделал в 2000 году на скакунах, и результаты были, ну, 98% у него по восстановлению. Те 2%, которые не восстановились, оказалось, что просто диагноз был неправильно поставлен, потому что, знаете, как с лошадью диагноз не уточнишь. Это как анекдот. Ветеринар приходит к доктору, и доктор говорит: «На что вы жалуетесь?» Он говорит: «Ну ничего себе, ну так каждый сможет определить». То есть у ветеринара, когда приходит животное, у него трудно выяснить, на что оно жалуется, оно молчит. И ему надо решить, поставить этот диагноз. Так вот, работает прекрасно. То есть восстановление было, скакуны стали в строй, шейхи были довольны. И после чего уже в 2001 году
доктор Нельсон Душек этот препарат использовал на спортсменах-добровольцах. Потому что действительно спортсмены очень сильно изнашивают свое тело, чтобы добиться каких-то побед, результатов изнашивают мощно. И эти боли, часто эти победы стоят им так, что люди потом болеют до старости или становятся инвалидами, или просто пьют какие-то обезболивающие, потому что боль им не дает покоя. И в основном это такие суставные боли, переломы суставов. Кстати, этот продукт хорошо работает и с переломами, с восстановлением, все, с реабилитацией. И спортсмены пошли, которые устали от боли, они пошли, опробовали этот продукт. И результаты были самые шикарные, и продукт запатентовали, и уже с 2001 года он продается в продаже для людей. Производство Германия. Это запатентованный продукт, который принадлежит доктору Нельсону Душеку. Можно купить лично у него там в магазинчиках или в нашей компании, контракт. И здесь я могу сказать, что состав просто шикарный. Во-первых, он очень вкусный, потому что здесь как консервант есть сахар, и это получается такой сладенький сиропчик, который ты пьешь. Для меня это мой десерт, вот на мои ближайшие полгода это мой десерт этого продукта. А здесь идет хидроитин, как я и сказала, хиалуроник асид, потом здесь есть витамин Е, который именно улучшает кожу, делает ее красивой. Ну и, конечно, есть еще сахар для того, чтобы связывать продукт и удерживать. Гиалурон здесь идет не животного происхождения, это растительного, это специально выращивается на фабрике доктором Душеком. Растительного происхождения такая субстанция клеточная, которая именно идет на направлена на то, чтобы ее могли употреблять и вегетарианцы, и веганы, и мясоеды, все кто угодно. То есть это продукт абсолютно нейтральный. Ну и теперь еще моя, вот видите, третья, последняя посылочка. Давайте я ее открою. Сейчас, и что у меня в этой посылочке? В этой посылочке. Та-да! Гиалурон! Гиалурон, гиалурон, гиалурон. Гиалурон, гиалурон, гиалурон. И еще гиалурон. Так что, ребята, на полгода я обеспечена продуктом. И я буду ставить такой эксперимент, что я буду 6 месяцев пить этот продукт. И буду пить этот продукт еще в сочетании с коллагеном, который тоже у нас сейчас есть в продаже. Вот коллагенчик мой. Я тоже себе его набрала. Буду пить утром гиалурон, вечером коллаген. Или наоборот, как я там решу себе. И буду вести такой мощный омолаживающий курс. Потому что я посидела, я посчитала, я посмотрела все результаты. Я этот продукт уже изучаю 1,5 года. Я посмотрела все результаты, которые он дает. Я посчитала по деньгам. И я поняла, что это стоит намного дешевле, чем любая пластическая операция, чем походы к косметологу и делание уколов. Если вы пойдете себе делать филлеры, ну легко у вас это уйдет, 800 тысяч долларов вообще без всяких проблем за один раз. И хватит вам это всего лишь на 3-4, ну максимум там полгода вам хватит. Когда вы идете в следующий раз, вам надо будет сделать больше. И я решила, что все-таки омоложение это именно здоровье и красота не только внешняя. Знаете, когда вы сюда себе сделали укольчики, а у вас внутренние органы уже просто страдают и кричат от голода, потому что у них нет строительных материалов, то никакой красоты в этом нету. То есть вы просто себе как замазали, знаете, как прикрыли какой-то мишурой там проблему. Но чтобы получить настоящее здоровье, в чем оно выражается? Выражается в вашей осанке, как вы двигаетесь, понимаете? Ведь в принципе не страшно иметь там какие-то морщинки на лице, какие-то лучики, когда вы улыбаетесь. Это не так страшно. Страшно, когда лицо натянутое как маска, а при этом ты сгорбленная идешь и ковыляешь. Вот это страшно. То есть в первую очередь, кто выглядит хорошо, кто выглядит молодо, свежо, у кого хорошая осанка, кто может двигаться без боли. Понимаете, чтобы бегать с теми же внуками на перегонки. То есть надо здоровье суставов, надо здоровье всего опорно-двигательного аппарата. И это в первую очередь то, что вас сделает молодым. То, что сделает, представляете, или вы вся такая тут разномазанная,
накрашенная, а еле двигаетесь. Я иногда вижу, как женщины идут на каблуках, я думаю, боже, зачем они это делают? Лучше бы они сняли. Сил двигать каблуки нет, и они в такую раскоряку двигаются, что ж страшно. Или, допустим, когда у вас есть какие-то там небольшие морщинки, да, видно, что вам, извините, там после 50, после 60, но при этом тело мощное, вы бежите, связки работают хорошо, осанка здоровая. Вот это здоровье, я понимаю, вот это энергия, вот это сила, вы себя чувствуете хорошо. Что значит, ты проснулся, и у тебя ничего не скрипит и не болит? Я могу сказать, что вот полтора года назад у меня связки, они всегда были жесткие, всегда были скрипучие, я всегда страдала от этой боли. Но когда я попила Белурон, и я поняла, боже, оказывается, можно так, оказывается, можно не скрипеть, можно не трещать, можно быть более эластичной, я просто влюбилась в это эластичное чудо. И поэтому, вот, друзья, смотрите, сейчас я себе как раз его заказала и купила. 6 коробок на полгода. Я хочу сказать одно, что сейчас еще действует до конца этого месяца, действует скидка на распродажу. Возьмите, попейте, попробуйте. Я не говорю вам, что берите столько, сколько я. Я люблю этот продукт, я его знаю, мне нравится, я вижу свою выгоду. Вы знаете, то, что потрачено на этот продукт, оно окупится мне в сотню раз. Оно мне даст такую экономию, что даже не представляете, что значит чувствовать себя шикарно, хорошо, молодо, свежо, энергично. Это того стоит. Посчитайте. Вообще, посчитайте, сколько стоит поход к доктору, сколько стоит себе уколы сделать в колени. Вот у меня так одна женщина посчитала, которой 82 года было. Я ей говорила, что возьмите, пропейте Белурон. Возьмите, пропейте Белурон. У вас суставы перестанут болеть. Нет, она, ой, дорого, дорого. Это было, на рубли было 13 тысяч. Она говорила, ой, как это дорого, как это дорого. А потом она мне позвонила и сказала, скажите, когда будет распродажа на Белурон? Потому что она не смогла ходить. И поход к врачам, укол в сустав, ей обошлись в 35 тысяч рублей, которые она вынуждена была заплатить. И после этого теперь она каждый раз, когда Белурон на распродаже, она просто берет и делает профилактику. Тем более зрение восстановилось. И таких случаев много. Поэтому я скажу, что как считать, как думать, как относиться. Но вот самый шикарный подарок на Новый год, самый полезный, чем покупать этот весь мусор, который будет валяться. Надо взять что-то хорошее, надо о себе позаботиться, надо в себя вложить денежки, и сила, энергия, здоровье вернется втройне. Тем более, смотрите, что получается. Когда пьешь Белурон, начинается накопительный эффект. То есть сначала ты ничего не чувствуешь, надо вот, блин, ну, самое ты можешь почувствовать через 3 недели что-то, обычно это через месяц, потому что идет накопительный эффект в организме, и потом он даже действует дальше. Идет такой пролонгированный эффект, он еще потом действует от 3 до 5 месяцев, потому что накапливается гиалуроновая кислота, и что она делает? Она стимулирует выработку организма своей кислоты гиалуроновой. Организм начинает больше вырабатывать. То есть с помощью этого продукта ваш биологический возраст запускается вспять. Вы начинаете омолаживаться. И я могу сказать, что у меня есть такая дамочка, вот я с ней делала интервью, Маргарита Фуллер. Когда она получила такой эффект, у нее, конечно, была уже ситуация, она ходить не могла, там суставы выворачивались. В моей ленте, кстати, есть с ней интервью по поводу этого продукта. Вот. Так она получила такой побочный эффект, что когда она пошла к гинекологу, гинеколог была так удивлена и спрашивала ее, а вы были замужем вообще? Она сказала, да, была, что такого, там пару раз она была, 2 или 3, я не помню уже. Она говорит, и что, и дети у вас есть? Она говорит, ну да, у нее там 2 ребенка, она рожала, все это есть. Она говорит, не могу поверить, такое ощущение, что вы просто как девственница, у вас вообще не видно, настолько подтянулись внутренние органы. И на что мы с ней очень сильно смеялись, я говорю, ну, надо еще такое же количество выпить, чтобы эффект поднялся до лица. Вот, но тем не менее, она получила шикарный эффект, у нее по суставам рука не поднималась выше бедра, настолько был убит сустав плечевой, колено у нее выгибалось в другую сторону. И это было страшно, но сейчас она занимается стрельбой из лука,
Она стреляет из лука, в это невозможно поверить. Вот, натяжение тетивы 13 килограмм, а человек руку не мог поднять. И это все благодаря именно биалурону. Она конкретно сидела на биалуроне. Когда она испугалась, что она окажется в инвалидном кресле, она была готова на все. И на тот момент этот продукт, удивительный биалурон, еще не продавался в Америке. И она заказывала через нашу компанию сначала его из Японии, а потом она заказывала его уже из Германии. Но сейчас продукт здесь, в Америке. Я очень рада. И самое главное, что когда вы покупаете биалурон, доставка бесплатная. Вы не будете тратиться на доставку. Вот. Это тоже приятно. Мелочь, а приятно. Но я хочу сказать, что, наверное, лучший продукт из тех, которые я когда-либо пробовала. И мой любимый. Для меня это такое решение. Я теперь живу без всяких уколов. Потому что, в принципе, я давно отказалась от уколов, потому что мне не нравится эффект, который дает вот эта укольчатая косметология. Мне не нравится, во что превращаются лица. Это просто какие-то жуткие африканские маски. Вот, ну, не хочу никого обидеть, но мне не нравится. Я сразу вижу тех людей, которые кололись, которые наколоты. Это явно видно. И мне не нравится это. Я решила для себя этого не делать. И как бы, ну, решила стареть, как получится. Вот, но когда я увидела этот продукт, что это альтернатива, которая заменяет все, то для меня это действительно получился выход. И я выгляжу моложе своих лет, мне говорят комплименты, вот. Мне нравится эффект, кожа насколько стала сочная, эластичная, такая наполненная. Зрение, прекрасное зрение, я не пользуюсь вообще очками. Хотя до этого у меня уже начиналось такое, знаете, как ну, расплывчатость, такое размутнение. Я, конечно, делаю зарядку глазами, там хотя бы 2-3 раза в неделю я делаю зарядку на глазки, это я так двигаю ими в разные стороны. Но основное, благодаря продукту биалурон и витаминкам для глаз, вот что я делаю. Ну, друзья, похвасталась вам своими покупочками. Видите, у меня какая новогодняя пирамидка. Под елочку сейчас буду выставлять, буду наслаждаться. Я знаю, что я обеспечила себя на ближайшие полгода. Буду ставить эксперимент, ну и буду в процессе хвастаться своим экспериментом, как это сработало. Но, в принципе, что тут хвастаться? Я уже пробовала этот продукт, я довольна его результатом, и я знаю, что он работает прекрасно. Просто я себе решила поставить такую мощную систему омоложения, а почему бы и да? Почему бы не сделать себе такое чудо? Мы всегда просим, ой, там, Господи, помоги, ой, там, ждем волшебника в голубом вертолете, что что-то случится. Вы знаете, чтобы что-то случилось, надо что-то делать. И для того, чтобы хорошо выглядеть, надо что-то делать. И надо делать именно разумные шаги, которые будут влиять на все тело, понимаете? На все, когда вы зажигаете, зажигалочка, когда вы танцуете легко, когда у вас легкая походка, когда у вас все суставы работают прекрасно. Боже, ну это стоит того, это такое счастье, когда ты смотришь, что твои ровесники скрипят, там тарахтят, хрустят непонятно как, еле двигаются, понимаете? Я собираюсь на вечеринку со своими подружками, они там все как-то затянуты, перетянуты, тут подмазано, тут подматано, и только алкоголь помогает начинать им двигаться. Мне это совершенно не надо. Я чувствую себя прекрасно, поэтому я пропагандирую то же самое. Кто услышит, тот услышит, кто захочет воспользоваться этим благом, воспользуется. Навязываться я никому ничего не собираюсь. Но хочу вам сказать, что сейчас волшебное время. И если вы для себя выберете какую-то новую волшебную квантовую технологию, вот в виде этого продукта, в принципе, ученые работают, наконец-то, для нас. Это не только атомные бомбы, которые вредят человечеству, но есть уникальные продукты, которые работают. Представляете, человек 20 лет своей жизни, 20 лет своего жизненного времени вложил в этот продукт, настолько тщательно разработал. И я еще хочу сказать, чем отличается эта гиалуроновая кислота жидкая от других. Потому что да, гиалуроновая кислота была раньше, да, она была разработана, но с ней была такая проблема, что желудок ее просто переваривал.
И вот эти сами гиалуроновые связи, такие цепочки, они такие как петельки, они просто разрушались в желудке и не восстанавливались. Но именно почему ему пришлось затратить 20 лет? Ему надо было создать такую формулу, которая будет проходить через наш желудочно-кишечный тракт и потом опять собираться в эти петельки, в эти гиалуроновую структуру, чтобы она стала нормальной. И вот ему это как раз удалось, именно с этой формулой. И вот здесь и начинается то, что дает эффект, понимаете? Потому что я могу сказать, что и коллаген, коллагену рознь. Я пила до этого коллагена много, пила в порошке, но эффекта я не видела. Я просто пила себе как успокоение, ну говорят же, что помогает. Ну, говорят же, что работает. Пока, наконец-то, вот я не нашла коллаген промарин, который тоже создан вот такой же формулой. Ой, так, чтобы не упал. Видите, такая жидкая формула. Жидкая формула хороша тем, что в нее можно ввести все нужные компоненты. Часто для того, чтобы продукт усвоился, нужны другие компоненты. Допустим, нужен витамин С, определенное количество, понимаете? Нужны еще какие-то другие аминокислоты, определенное количество, чтобы вот все совпало, сложилось и переварилось так, как надо, чтобы продукт усвоился и дал нужный результат. И вот в порошок, когда у вас какая-то порошковая формула, туда нельзя положить. Да, можно насушить коллагена, можно насушить хидроитина. Я, кстати, пила очень много вот этих таблеточек с хидроитином, и из Японии даже заказывала там разные, но вот они не помогали. И вот именно жидкая формула, когда выдерживается пропорция, когда добавляются нужные вещества, которые способствуют полностью тому, чтобы это усвоилось нужным образом и восстановилось, и пошло туда, куда надо, вот этот продукт работает. И вот обожаю этот продукт. Все, что я хотела сказать, вам сказала. Всех благ вам, хорошего настроения в эти рождественские вечера, в эти праздники, уже такая предновогодняя, волшебство. Видите, я себе даже снежок такой запустила, чтобы падал и искрился. Вот, друзья, если нужны какие-то вопросы, пишите мне, пожалуйста, сброшу ссылочку, чтобы вы могли купить с 20% скидкой этот продукт. Потому что у меня есть реферальная ссылочка, по которой можно приобрести этот продукт еще с 20% скидкой. И плюс еще скидка на продукт. То есть вам он обойдется всего $190 месяц продукта. Возьмите, попробуйте, попейте и посмотрим, как вам понравится. Но могу сказать, что все, кто у меня уже брали этот продукт, кому я посоветовала, очень довольны. Это стал любимым продуктом. И все ждут, когда будет распродажа. Так вот, сейчас новогодняя распродажа. Кстати, хочу сказать, компания сделала еще кучу новогодних подарков шикарных, именно новогодние наборы. И для детей есть там такие разные витаминки, конфетки, чтобы детки хорошо росли. Ну, много чего. Хорошо, об этом в следующий раз. Всех вам благ, друзья. Любите, цените себя и обязательно кормите полезными продуктами, потому что только из них может организм выстроить хорошее, красивое, здоровое тело. Всех вам благ и молодости. Всего самого хорошего. С вами была Лена Голд.